Миром правит любовь. Я уже на работе, иду в кадр. На мне мой любимый костюмчик от Ольги Бузовой дизайн. Просто незаменимая вещь. Новые кроссовочки. От Гуси. Костюмчик от Ольги Бузовой дизайн. Кофточка на молнии. Брючки на талии. Есть в черном и в зеленом цвете. Как хорошо, когда светит солнышко. Хоть и морозно, и холодно, но солнце просто радует так. Кайф. Она не боится остаться с ним. Она не боится и забудет себя она. А я еду на генеральный прогон своего шоу. Она не боится. Еду, слушаю свой альбом «Принимай меня». Светит солнце. Каждый раз по-новому фонарю. Меня ты хочешь, а получишь. Ты ушла, там по-английски рядом. Я убивал только нежно. Новый ритм заполняет эти мокрые губы. Так, все, я больше вам ничего не смогу сегодня показывать. У меня сейчас генеральный прогон, вот мой обед, чтобы вы не переживали. Я ем яичко, огурчик, и тут что-то красивое мне сделали, и чай. И побежала репетировать. У меня тоже не очень мяшки. Мы креативим. Мы делаем бомбу. Мы креативим. Ждем вас всех 18 ноября в Кроксе. Всем привет. В общем, у нас сегодня был прогон моего шоу «Принимай меня». Что будет? Боже, мне так хочется. Я в лифте. Это значит, что я скоро буду дома. Смываю макияж и скорее спать. Кто меня ждет дома, мои девочки? Все, я иду к вам. Все. Мои собаки любимые. Привет. Это не до скорости света от луны. Давай к солнцу поднимем руки мы. Это опасное место, потому что я чешу собак. Если я закрою глаза, вы знаете, что произойдет. Я могу просто уснуть. Выложила кусочек выступления, лайв выступление на авторадио. Меня, конечно, поражают некоторые комментарии. Все равно находятся люди, которые пишут, что это фонограмма, понимаете? Чуть-чуть ошиблась, не попала в нотку.
плохо поешь. Спела хорошо. 100% это фонограмма. Просто вас не понять, что вам надо в итоге. Я понимаю, что бы я ни делала, все равно найдутся люди, которые будут придираться ко всему. Поэтому я буду делать все только для моих людей, которые любят меня, верят в меня и поддержат. Я вас люблю. Пусть ты